Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас тема, связанная с развлечениями, иногда на грани фола. Все вы встречали в своей ленте сообщения от друзей, что они в прошлой жизни были феями, а сейчас они ежики. Это не значит, что они действительно ежики, просто они столкнулись с виральным контентом и не смогли устоять. Виральный контент – это то, что с большой долей вероятности заинтересует пользователей, чем он захочет поделиться. К сожалению, чаще всего это какой-то удивительный мусор типа упомянутых ежиков и эльфов. А строится все на квизах, то есть это всевозможные тесты, опросники и так далее. Ну и сегодня я хочу показать вам платформу, на которой эти квизы можно легко составлять для последующей вставки на сайт или в соцсети. Платформа называется PlayBuzz. Регистрируемся и нажимаем Create. На самом деле, кроме всевозможных опросников, тут есть и вполне качественные шаблоны. Вот, например, история. Это такой мультимедийный лонгрид. В примере показана осмысленная история про Сирию с претензией на аналитику. Но при этом аналитика подана в таком модном дизайне с фоточками, картами. Сюда же можно видео вставлять, причем PlayBuzz даже анонсирует какой-то скромный онлайн-видеоредактор, но я его не пробовал. Зачем, если есть бесплатный шоткап? Но в целом вот так все, стильненько. Это, видите, Алеппо до и после начала боевых действий. Но мы оставим пока серьезную часть PlayBuzz и обратим взоры в сторону несерьезной части – ежики и эльфы. Всевозможных квизов здесь много разных. Можете попробовать сами, они различаются по структуре. Давайте посмотрим, например, Trivia. Почему они назвали именно этот раздел Trivia, непонятно. Это классический тест, построенный по принципу «найди верный ответ». Давайте сделаем тест по творчеству группы «Гражданская оборона». Благо, я много о них знаю, в том числе инсайдерская информация, а значит, составить тест будет несложно. Итак, для начала фото для социальных сетей. Выберем самую узнаваемую. Сервис запрашивает права на фото. Хорошо, конечно, если они есть, но если их нет, ничего не меняется. Ставим галочку на No Credentials и спокойно продолжаем. Хотя, конечно, фото лучше вставлять с лицензией CC. Теперь оформление на сайте PlayBuzz. Фото, название, описание. И, наконец, вопросы. Фото, вопрос. Варианты ответов. Вариантов может быть бесконечное количество, но больше 4-5 обычно не вставляют. Один из ответов мы помечаем как правильный. В данном случае мы интересуемся, кто изображен на фото. Вопрос простой, дальше будут сложнее. Хотя этот тоже простой. Фото, вопрос, варианты ответов. И дальше по аналогии. Я не буду показывать весь процесс составления, в том числе, чтобы не показывать правильные ответы. Ссылку на тест оставлю в описании к ролику. Если вы считаете, что знаете гражданскую оборону, милости просим, пройдите тест. Итак, вопросы готовы. Теперь результаты. В зависимости от количества правильных ответов, человек видит разные результаты. Это естественно. Тут получается, он автоматически разбивает количество правильных ответов на 4 группы. Ну и тут тоже надо приложить немного творческой энергии, чтобы человек не просто узнал, сколько правильных ответов он дал, а еще и узнал о себе что-то новое. Например, что лучше ему продолжать слушать Кинчева и не менять музыкальных пристрастий. Все, варианты готовы. Заполним футер. Сохраним, ну и посмотрим, что получается. Ну что, миленько получается. Можем публиковать. Нет, не можем, теги забыли. И еще, кстати, геотаргетинг или выбор языка тоже важная вещь. Вот, теперь все. Можем сразу поделиться, например, в Фейсбуке. Как это выглядит? Вот так это выглядит. Отвечаем, неправильный ответ. По окончании прохождения нам выдают резюме. В общем, все как у всех, стандартный тест. А тут есть скромная статистика, к сожалению, без результатов опроса, но, возможно, тут результатов и не нужно, это же квизы. Последнее, о чем нужно сказать, это о том, как вставлять квизы на странице сайта. Тут есть embed-код и отдельно есть плагин для WordPress. Давайте-ка его установим, посмотрим, что он нам даст. Тут нужно ввести имя пользователя. Имя нужно брать из адресной строки, вот оно. Имя тут некрасивое, как у сыновей чайки. Зачем оно? Чтобы здесь, когда вы будете искать контент, можно было выбрать свой. Вот он, наш квиз. Вставили, смотрим. Да, все на сайте. Кстати, плагин дает возможность верстать лонгриды, но это уже отдельная история.
Вот так просто и незатейливо создаются квизы. Технически это не сложно, а вот содержательно тут все зависит от вас. Можно делать тесты про ежиков и прогнозировать, насколько скоро пользователь закадрит нового парня. А можно делать что-то осмысленное, типа того, что делает, например, Медуза. Все, любите друг друга, создавайте по-настоящему интересные тесты. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к чату в Telegram, ссылка есть в описании, задавайте свои вопросы и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.